До выборов президента страны остается месяц. Это время кандидаты на самый высокий пост отводят на активную работу с избирателями. Но так как посетить все регионы за оставшийся период они не смогут, к этому процессу подключились доверенные лица. Они проводят встречи в коллективах, выезжают в районы. В Чувашии самовыдвиженца Владимира Путина представляют трое. Николай Казаков и Елена Барсукова встречались с коллективом промышленного предприятия «Яхтинг». Владимир Иванов с персоналом негосударственного медицинского учреждения санатория «Чувашия курорт». Все поступающие наказы и предложения от избирателей сразу передаются в центральный штаб кандидата. Запланированы десятки встреч в трудовых коллективах и муниципалитетах республики. От лица Павла Грудинина в Чувашии выступают четверо. Это первые секретари городских и районных отделений коммунистической партии. Они тоже включились в работу и проводят встречи с избирателями. В штабе Ксении Собчак три доверенных лица, среди них Михаил Юхма. В ближайшее время всем им предстоит немало встреч. Необходимо справиться с главной задачей – донести до избирателей программу своего кандидата.